Друзья, всем привет! Это уже второй выпуск. Мы сегодня второй день вернулись в этот зал, потому что у нас отлетели мозольки. И, собственно, мы сегодня вернулись спустя два дня, чтобы закончить этот выпуск, потому что я не взял 540, я думаю, что это какой-то незаконченный видос. Сегодня я обещаю, что я его возьму, но в том случае, если снова не отлетит мозоль. Ну, а вы наслаждайтесь выпуском, смотрите, что из этого получится. Ну что, я думаю, сегодня знаешь что? Вот у меня какие-нибудь пару статических элементов лайтовых показал. Ты ну, типа, чё? Если есть легкий. Ты дрыщ. Не, ну легкий для слабаков. Ну ладно, для слабаков. Типа, чтобы я сразу мозоль не сорвал, чтобы видос хоть как-то там на пару минут вышел, то будет сейчас просто с первого кадра мозоль срываю, все, конец видео. Но мне кажется, я сегодня пятеру возьму с третьей попытки точно. Я посмотрел. Да ты сейчас даже не вспомнишь. Я посмотрел, понял, что я вообще как-то не так делал. Я готов умирать. Давай, вспоминаем прошлую тренировку сразу с пандропчика. Посмотрим, чему он научился. Ну, неплохо, неплохо. Пойдет. Надо что-то отработать, чтобы четко в ноги делать. Четко в ноги. Да тут мягко просто. Была бы, был бы бетон, я бы четко вставал, а? Лайтовый что-нибудь. Закажи мне статики, чтобы я мог повторить. Бля. Ласточку, наверное, получится у тебя. Ну. Давай, короче, да, ласточку попробуешь. Давай. Ой. Изи. Так вот. Попытка номер один. Надеюсь, и финальная. Ну, сверху, конечно, сложнее будет. Ниже. Вот. Силен, тигр. Как ты этими прутиками типа понял, хоть я и не сильный, но я мало вешу, поэтому мне не сложно. Прутиками как этим вообще непонятно? Может там под майкой вообще бицухи скрываются? Мне не скрываются. Я думаю, что на этой тренде бэк-ту-бэк надо сделать. Бэк-ту-бэк? Это типа смаху? Да, типа как палм-дроп, только с раскачки. Надо еще палм-пик сделать, ноги постараться. Ну давай сначала палм, ноги. Чуть пораньше разгруппируйся и нормально будет. Ага. Снимаешь? Да. Да ты просто в яму провалился, так-то в ноги сделал. Давай пока что-нибудь еще по статике, чтобы я что-нибудь тоже замутил. Бля, прическа у меня пиздата. Прическа, да, но лицо, конечно. Давай попробуем, может по переднему вису угореть. Я секунду отвечаю, выдержу. А ты пробовал раньше? Наркотики? Передние. Да, наркотики пробовал раньше? Я только под ними первый раз вис научился держать. Смотри, секунду точно держу. Смотри, фиксация это как минимум 3. Вот типа, сразу зайди в эту позицию, типа, постарайся выйти. Нифига. Ну вот так, посмотри. Занимался где-то раньше? Слушай, да? Да, плаванием? Это посложнее уже. Пищем. Ну это хороший уголок, я считаю. Это очень хороший уголок. У меня руки уже вот так запрещены. Провисшие задницы. Нормально. Но пока что это сложновато, я думаю, как-то. Сейчас, ну, короче, понятно. Будем пробовать бэк-ту-бэк с ним. Я его подстрахую. Думаю, все получится. Не так жестко. Очень легко сделать, просто у него руки здоровые. Он оттолкнется, как от палм-дропа, так же и все. Так, короче, я замотал руку. Не знаю, поможет ли это от мозольки. Сейчас попробую разок пятеру. Руки забыл смазать, вообще неудобно даже раскачиваться было. Вот сейчас? Давай. Мужчина! Я даже тебя не страховал, чисто так чуть-чуть погладил по попке. Можно сказать, что встал. Давай, вещи. Ну, что-то не взял. Я не поверил просто. Просто не поверил, хотя руки положил, блин. Ай. Мне кажется, надо уже делать, это уже не смешно, потому что я уже ручки ложу. Мне просто страшно почему-то, что у меня мозоль опять отлетит. Сейчас попробую. Сейчас в себя поверил, уже думал, что получится. Пушка страшная. Мне страшно, что снова мозоли отлетят, но чем больше я делаю, тем больше шансов, что они отлетят. Поэтому надо просто взять силу
волю, смелость, все в кулак, жопу свою и взять. По сути, я ложу руки, но я боюсь мозоли. Я, может, наоборот, испугаться и упасть. О-о-о, уже стабильно. Типа как егерь вот этот ваш, понял? А, это ну что? Это ты умеешь, тебя даже учить не надо. Это вообще изи. Мне гейнерс вообще делать. Первая попытка такая хорошая была, сейчас что-то вообще все перепутал. Я расстраиваюсь. Пропадет. Что за говно? У меня такое было, это до следующей тренинги честь. Должен забыть организм. Он пробует что-то уже без турника, какие-то элементы. С первой просто. Ничего себе. Ты, может, это, воркаут бросишь, может, пойдешь на соревнования по паркуру? Нет, слушай, это для собаков. Воркаут для сильных мужчин. Что он сказал? Это ультралегкий. Ты выходила гадость показать или что? Мне показалось неплохо. Сейчас пантера. Заставка, байт. Если вы хотите увидеть ее полностью, мы жены, тогда подписывайтесь и ставьте 5 тысяч лайков. Блин, что за... В общем, что-то сначала первые пару попыток были прям клевые. А сейчас что-то вообще не то идет. Поэтому, что, я думаю завязать, чтобы мозоли все-таки не улетели. Смех улетает завтра, поэтому... Я просто пообещаю, что я в следующий раз один приду и сделаю. А если не сделаю, то что? Придется сходить на Walking Street к трансам. Да, мы, кстати, находимся в Бангкоке. Так что всем пока. Всем пока. Можешь записать счастливую концовку, где-то, бля, наконец-таки я сделал. И типа, просто ставить кадр, где ты сделал, да.